если мы достигнем такого уровня в нашем Евразийском союзе сотрудничества с Россией, как у нас в рамках двустороннего договора, ну, тогда нет необходимости нам две структуры держать. Но пока мы не имеем ни политической составляющей, ни дипломатической, ни военно-политической, ни военной в рамках Евразийского экономического союза, пусть это останется каким-то ориентиром для других интеграционных объединений. Тем более, ну и отдыхать мы, наверное, не намерены. Мы дальше будем двигаться, совершенствуя и нормативно-правовую базу, и продвигаясь по тем направлениям, которые интересны для нашего народа, для россиян. Я думаю, у нас и в последнее время не меньше стало проблем и работы, по которым мы должны двигаться вместе. Еще раз хочу подчеркнуть, вы очень правильно заметили, что мы вступаем в Новый год, наверное, как никогда, без особых проблем в отношениях Беларуси и России. Мы можем работать спокойно, выстраивая наши отношения по всем направлениям, начиная там от энергетики и заканчивая поставками, допустим, продукции с России в Беларусь и с Беларуси в Россию. Это, наверное, уже большой шаг и большое достижение. Дай Бог, чтобы дальше так двигаться.